Продолжаем подготовку для щитов. Таскаем снег. Иначе начал тут таскать. Нестор очищает. Вот щиты наши деревянные. Вот. Вот здесь вот Евгений с Сергеем там копаются. О, отлично. Все, больше не надо глубину. Отлично. Все, отлично идете. Ага. А? Нет, ты сейчас в них кинешь. Они же там уроют, вот траншею. На горку уже кидай потихоньку. А? На горку. Я не знаю, тут дело в том, что слишком высоко еще. Вот так, да. Я думаю, лучше туда, к дереву куда-нибудь перекидывать надо. Вот так, да. А так, брат, скажи ему, куда кидать вот этот снег, он спрашивает. Этот снег, сейчас ты будешь брать его за... Я думаю, наверх тут... просто кидай и все. Туда, где вот самое высокое место, там ветка торчит. Кстати, кто ветку-то туда забросил, ветки... Ну ладно, все будет. Хорошо. Бей туда, прям на яблоню забрасывай. Ну я думаю, пойдет уже у нас. Пойдет желоб. И как раз стеночка будет нас отбивать. Куда надо. Вот машины братьев стоят. Да, достаточно. Вон тут голуби. И на тихо все. На обед прилетели. Можете скоро до деревни сделать, Сергей Павловичу пробиться. Прям на расстоянии метра полтора, вот туда прям. Валить. Вот воробушки тоже тут питаются. Вот, у них целая столовая тут. Зернышки, семечки. Нам не удастся пшеница. Пшеница. Это вот вчера почистили голубей. А это... Синички. Сестрички. Тоже прилетели. Семечки любительницы полопать. Нестор там работает? Нестор, да. Он щит очищает. Ну почисти, чтобы удобно было это подходить к щиту. Поубирай этот снег весь. Все равно это все очищать надо будет. Все. Мы же еще будем с крыши снег скидывать. Это все убираться надо будет. Я по вашему видео увидел. Ну да. Но сейчас только надо это лопату взять, штыковую подровнять, чтобы ровно вот сюда, там, ко мне иди, ты увидишь. Нет, тебе надо подальше встать, или так увидишь, сбоку. Ага. Поверху смотри, там видно. Ваня, а ты можешь туда не кидать, можешь вот сюда бросать, тут ступеньки будем делать. Да, вот здесь вот. Сюда. Ступеньки будем делать. Все пойдет. Брат, есть железная лопата, если надо, ну, подковырять. Вот так, вот, чуть-чуть.
там не держит. Ага. Вот отсюда вот сколько. Вот отсюда. Вот сюда, вот так. Набирайте. Все, братцы, можно щит тащить. Вы сначала тот, что там будет. Пока начальника-то нету. Все, давайте, братцы, снимем. А? А самки есть большие? Ну их надо откапывать, там задуло все. Ясно. Да я думаю, толпой там мы понесем сейчас. Подожди, Андрей, она чешет. Его можно не везде это, не нести, а катить. В смысле, браться вот здесь и его... Там этот коврик скинь, Андрей. Коврик забери. Коврик убери. Игнат Тихонович, не надо сейчас, ребята сделают. Андрей, все. Андрей, помоги это, Вань. Лопату-то поставь. Нестор, сбоку подбегай, тащи. Чего вы стоите-то? Нет, что, там не надо ничего. Давайте, давайте. Да, сейчас положим его. Хотя да. Хочет на эти штыри поставить. А, мы сейчас вот так поднимем, вот так положим. Все, вот так. Все, кладите сюда. 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 Так а мы сейчас, смотри, у нас он это. Не-не-не. Он у нас вот так пойдет, вот так туда ставит. Вот это его. Нет, нет. Конечно. Стой внутрь, да? Ну да. Так и надо? Ну а что не надо? Конечно, так и надо. Нет, а эти-то получится сюда вот, к этой куче будут продвигаться. Ну вот и хорошо, а что да? Такого? Ну а что плохого? Что, поехали? Давайте. Это не один, вот так вот под углом толкает. Еще, еще, еще. Заходим туда. Заходим там. Двое или трое. Заходите, трое. Тут как раз и там. Ты и двое, да, все. Пошли. Вот здесь это, не, Ваня, не хватает одного, иди он. Помогай мне. Вот так вот. Так, ставьте его попрямее. Вот передергивается. Ну конечно. Ваня, так, давай, помогай, помогай, что ты? Так, щит сюда не надо? На Жене? Нет? А? Посмотри, щит надо, нет? На туалет. Или пойдет? Чуть-чуть на себя продвинешь полметра. Жень, на себя. На Женю сейчас туда. Он а, пойдет. Туда уходи. Подожди, подожди. Нет, снизу. На себя тащите, на себя. Подтащите на да, себя. Здесь мне уцепиться. На туалет подтащите, дергайте на туалет немного. Еще. Пойдет. Оп, оп. Все. А теперь вертикально устанавливать надо. Там завалился снег еще. Снег завалился. Его надо приподнимать. Давай, и прям упадет. Снег вот так. Как лопатой. Там надо будет откинуть, его сейчас не поднимешь. Его надо приподнять. И прям в снег вот так врезать. Ся-ся, тут сугроб. Там много свалилось. Много свалилось? Да, да, да. Вот то, что накидывали зря, свалилось туда. Так, стоп, стой. Ну как зря? А куда бросать-то надо? Вань, налилась. Куда можно? Куда там надо было очищать? А мы так в тот раз так поднимали его и резали только яку. Дайте батончик. Здравствуйте, там не это надо делать. Нужно вот, надо вчетвером наверх приподнять его и вниз прям вот так опустить, и он туда врежется сколько надо. Сейчас чуть-чуть уберем. Там высоко слишком, Игорь, да, высоко будет. Сугроб большой упал тут.
А ты как думал, место? Вот это почисти, чтобы легче было взять. С этой, да? Да-да. Это тебе не из чашки ложка работает. Сейчас отсюда снег. Ладно. Да вот, 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 под рукой, вот еще сколько снег. Вот, пожалуйста. Ну оттуда-то лучше уходить. Сейчас я... Да не прихлопнуло бы, но ударило бы, да. Это точно палкой. Игорь говорит, надо будет сейчас, когда будем делать ступеньки, надо будет снег набрасывать еще. Ну, то есть хорошо. От, его сюда надо вот за глаза его хватит. Его сюда надо будет. Да если что, отсюда, тут все равно все чистить надо, так что. И там тоже. Без разницы. Что, туда валить? Ну, сейчас надо сначала вот сюда щит поставить, и потом будем подтаскивать. Ну, снега хватит. Я говорю, ладно, снега будет. Но. Желание есть. Да лучше тогда защит забрасывать. Нестор, возьми вот эту лопату и вот так пройдись, сюда пооткидывайся. Это пока поставь. Подожди, стойте! Вот так, да, вот так, все. Все, теперь можете оттуда снежка дать и сверху. Сверху снежка дайте и притопчите. Великолепно. Ага, да. Великолепно. Вот так, да. Да, мы так и делаем. Так и делаем. Ну. Мы так и делаем. Он сам падает даже сюда. Ну, конечно. Всегда просит. Ну, а сюда уже, как говорится, топтуны. Топтуны. Давайте топтуны. Топтуны – это те, которые следят за другим человеком. Конечно. Ты, наверное, Валера, рванул, наверное, да? Да вроде нет. Нет? Ну, что, ну, что? Стареем, что-то. Стареем, стареем. Давайте, братцы, следующий. Что, Нестор, очистил? Все тогда сейчас. Дорожка чистая. Да ладно тебе, что ты? Наоборот, должен сказать, мне мало, дайте мне работу еще. А тебе не на диване дома или на кровати лежать-то? Ну, это да. Все, 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 хорош пока. Выходите. Да мы потом это все сделаем еще. Это все потом будем делать. Мы еще будем соединять их. Сейчас надо второй щит принести. Второй щит, давайте. Что тебе, прошел или не прошел? А? Прошло у тебя? Ну да, да. Прошло? Ну, передохнул. Вот как стоите, так по этому направлению идите сюда. Понятно.
Мы просто под перец еще что-то подкладывали раньше, я помню. А, сам подкладывали, да? Подожди. Да, 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 да. Правильно, правильно, все хорошо делаешь. Чтобы борты туда. Вот, ты сюда прилепляйте сейчас. Стоп. Потому надо смотреть. О, отлично. Так, не заносит. Потому, Ваня, потому смотрите еще. А, все. Пойдет? Пойдет. Надо посмотреть. Да. Посмотрите с боков, как она. Пойдет, пойдет. Просто ну, его попрямее поставим сейчас, прибьем. Ну вот этот чуть-чуть покороче стоит, чем тот. На сантиметр. Его сюда надо подтянуть. Давай это, да, прибивай. Кого прибивать? 10 сантиметров сейчас. Пододвинуть вперед. Все, все, лишку. Да пойдет. Лишку сейчас. На 10 сантиметров. Лишку. Ну это мелочь. Все, а теперь это надо их... Володя, теперь надо это... Руки тебе замерзли. Подпорки. Нет, эти подпорки не надо. Тут машины ездят, тут вообще негде будет ездить. Мы сейчас... Давай, шуруповерт или что там? Сейчас, сейчас, гвоздями. Все, мне надо заниматься. Давай, выключай. Выключать или дальше? Мы, да, не, выключи. Мы сейчас соединять будем. Щиты будем ну, соединять. Давай. Ну, хорошо. Рукавички надеть надо. Сегодня мороз небольшой. Я не знаю, градусов 8, наверное, всего. А тут было 28, а в деревне там под 40 ударило, говорит. Наверх залезешь, пробьешь там, от той стороны. Ну вот это, думаю. Видит, она уже не кончается. Она стоит, брусок стоит около туалета. Вот что, говорит, что такое община? Община — это все общее. Иди в туалет, иди. Разные палки, все, что у нас есть. Вот нормально путем надо было идти. Начальник сидит, все. Володя сбегал за гвоздями. Несет. Да, и вот туда, туда. Сейчас прибивать будут. Пробивай его под снегом. Андрюша держит. О, слушай, он короткий. Хочешь соединить друг с дружкой? Да. А вот это? Не достает. Значит, наклоняй немножко. Здесь у нас поле широко получилось. Да, туда надо чуть-чуть. Так, их надо срасти. Правильно. Ой, ветер как качает елку. У елки этой высокая вершина. Она покрыта шишками. Старший, не знаю, видно, нет, будет братья, шишек старший, много. Володя, давай сюда пойдем. На себя, Володя, подтягивай. Прямо ставьте. На себя. Блин, ну вы даете, а. Там на себя. Слово на себя что-нибудь. А туда хвост забрасывайте. Наоборот. Вот так, да. Володь, Володя, не надо вдумлять его на себя наоборот. Вот так, да. О. Вот. Что вы делаете, не пойму. Мне интересно само тут вот, откуда начинается. Эту тонкую не надо, это, или ты замеряешь уже? Сейчас, наверное, хватит. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одинарная должна. 9 человек. Забери ее, забирай, Валер, и смотри, сейчас должно хватить ее. И поехали, и пробьешь. Вот они, голуби у меня здесь. Вот они, голуби, а мои это голуби. Это чего же интересное. Вот это вот, давайте вторую же попробуйте. Это такой аппарат-то еще. Там голуби, Валера, сидят и не видать. Сделай того щита. Это дикари. Того щита, не болеют, еще тут один как-то. Кто-нибудь зайди туда, Ваня, зайди. Выглядывают отовсюду. Сейчас они будут здесь есть. Да они уже здесь есть. Синички эти желанные. Вот они. Семечки затаскали. Ну и эти болящие. А это с крыши голову опускают и смотрят, что внизу делается. Три там. Давай пробуй сейчас свой. Душа тут смотрит свою машину. 1020 стоит, ничего себе. Так еще и бензин нужен. Побольше тогда, если сбиваете. Радость какая у меня. А что тут голуби у меня? Они дикие, а я их люблю.
Всю зиму кормлю. Сейчас 18, раз, два, три. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это прилететь должно, они быстро узнают где. А на крыше тут мои беленькие беляши. Вот они. Здесь горка заканчивается. Смотри, там с той стороны. Горка заканчивается. Беляши. А нет, уйдет он. Все, на этом ушел.